все новости 11 марта 2018 года, 13 часов 48 минут. Футбол ФНЛ первый дивизион. Главный тренер Балтики Игорь Черевченко прокомментировал выездную победу над Факелом 1-0 в матче ФНЛ. В таких сложных погодных условиях эта победа дорогого стоит. Забили, а соперник не забил, хотя имел моменты. К сожалению, сегодня футболисты боролись с мячом, полем и соперником. Это мне напомнило чемпионат мира по футболу в грязи. О каком-то другом футболе здесь сложно рассуждать, особенно о комбинационном. Бей, беги, окружай ворота, где-то так было. Я предупреждал ребят, что нужно упростить игру, иначе никак. Это весенний российский футбол, цитирует специалиста пресс-службы ФНЛ. Балтика с минимальным счетом одолела Факел. Источник: футбольная национальная лига. Сообщить об ошибке комментарии 0 11 марта 2018 года.